Ну что, всем привет, это новая серия про H-комби. Так, пришла мне сегодня вот такая вот посылочка, я уже ее распаковал. Заказал на Авито туманочки вот такие вот. Цена 600 рублей за две штуки. Парень какой-то продавал. Я уже все здесь раздербанил. Плюс доставка 300. Ну, в 900 рублей мне обошлись они. Я думаю, 300 рублей за штуку недорого. Правда, Китай. Хром так себе, я думаю, он поржавеет, зацветет. У меня стоит туманка, но у меня этот, одна штука всего, и этот. Я ее ставил так чисто под ресто, одну штуку. Сейчас хочу ставить в комплект две штуки. Там у меня 15-я, немного побольше. Сейчас ту сниму и этот, буду ставить эти туманки. Сначала думал, поставлю на Запорожец, ну, на Запорожец они вообще не смотрятся. Как-то не очень. Вот такие вот туманочки, диаметр 12 сантиметров, правда Китай, оригинальные советские такие желтые, стоят в два раза дороже, ну а это 300 рублей за штуку, это недорого. Я уже крепление сделал, видите, здесь все затянул, сейчас будем их устанавливать. Только туманка не стояла, и на шохе стояла, и на комби, блин. Туда-сюда ее ставлю. Ну а что зря валяется? Одну туманку установил на старое место, а под вторую туманку придется сверлить. Так, ну что, туманки установил, пришлось просверлить, ну ничего страшного, это и так машина боевая, вся побита, так сказать, боевая классика. Подключал, как подключал без реле, реле у меня нету, потому что схема подключения простая, отключил дальний цвет, вот он здесь вот дальний, вот здесь вот на дальний цвет подключил его. Вот этот провод надо еще обмотать гофрой или изолентой. Также здесь вот подключил, вот он, идет плюс на туманку.
Вот он дальний, это ближний. Теперь, когда включаешь дальний, горят туманки, а когда включаешь ближний, ну, горит также и ближний. Ну, это пока временное решение, потом куплю реле и провода, и до конца все доделаю. Так вот, для примера взял старую туманку, которая была до этого. Видите, она немного побольше, ну, она 15-я. И немного светлее, и тем более здесь, видите, стоит лампочка галоген H3, и также стоит лампочка на габаритку. А здесь идет просто лампочка галоген, и все. Сейчас посмотрим, как они горят. Я уже аккум поставил. Так, ну вот, вот так вот горят туманки. Кстати, также у меня не горят габариты. Все, никак не могу до них добраться. Вроде схему нашел, но непонятно, куда идут провода, где обрыв. Предохранители вроде все целые. Не знаю, где-то, может, где-то перерезал, поэтому не могу найти причину. Включаешь габариты, они не горят, включаешь ближний, ближний работает, переходишь на дальний, вместо дальнего горят эти туманки. Но их надо немного вниз настроить, потому что они светят хрен знает куда, то ли влево, то ли вправо. Это надо будет потом выехать на дорогу и посмотреть, куда они светят. Может даже сделать пониже немного. Также надо будет накачать колеса. Когда в прошлый раз снегу застрял, этот колеса спустил, встроил. Надо будет подкачать. Холодный движок. Так, ладно, заехал в магазин, закупился вот такими клепками, цена 50 копеек, взял 30 штук. Также вот были у меня молдинги, на свалке нашел, хочу их закрепить на Запорожец. Да, эти молдинги, правда, не родные, немного побольше, но зато они дополняют картину. Так хоть похоже, что все целое. Со временем, может, эти уберу и поставлю все в круг от шестерки. Посмотрим. Ну, это такой временный вариант. Решил попробовать, как будет смотреться. В общем, сейчас попробуем их установить. Ставятся они недолго. Буквально 5 минут. Вот так вот они будут смотреться. В принципе, похоже.
Не знающий человек даже не этот не определит, не узнает. Также немного колхоза прикупил, антистатики. Не знаю, взял по 39 рублей. Думаю поставить на ИШ. Купил вот такие вот туманки, не знаю, куда я их буду ставить. Цена вопроса 370 рублей. Я их сначала хотел на ИШ поставить, под решетку, ну или на багажник. 370 рублей, пара штук. В общем, посмотрим, куда-нибудь поставим. Также купил багажник на ИШ, вот видите, цена вопроса 600 рублей. В общем, в сарае валялись старые круги точильные, я их продал. И на эти деньги взял багажник. Пригодится в деревне нужная вещь, там дрова возить, запаску, бензин, не знаю. Всегда пригодится. Всегда мечтал про такой багажник. Да, знаю, по идее комби сам по себе длинный, можно что-нибудь туда запихать длинное. Бывает, едешь на рыбалку, там закинул пару удочек, лодку на крышу. Что-нибудь еще. В общем, пригодится этот багажник. Вещь нужная, полезная. Вчера я его установил буквально за 5 минут. Хотел, конечно, подлиннее багажник взять, чтобы был до сюда. Ну, какой попался. Ладно, посмотрим. Может, не понравится, как продам. Как вы видите, здесь трубок не хватает. Вот здесь вот должна быть трубка. Здесь должна быть трубка. Продавец, когда разбирал багажник, сломал болты. Видите, здесь внутри резьба. А с этой стороны, вот видите, все обломано. Надо будет просверлить, ну или наварить какую-нибудь гайку. Так что займусь как-нибудь.
Вот так вот получилось. Смотрится идеально. Вот заглушки. Вообще классно смотрится. Можно было сделать покороче, потому что здесь плоскость немного такая изогнутая. Да, хотя и так пойдет. На первое время пойдет, а потом можно что-нибудь потом сделаю немного их получше. Все так прочно, ничего не болтается. Также здесь нормально получилось. Пойдет. Так, ну что, на сегодня все. Добавили немного стиля нашему комбату. Пишите комментарии, что еще можно сделать, добавить. Кстати, смотрите, что я поставил сюда шильдик 1700. Хотя здесь, наверное, 1600. Ну, поставил для красоты. Так, потемнело. Сейчас посмотрим, как горят туманки. Сейчас заведем, светлее будет.
Так, ну все, вот, вот так они горят. Почти в темноте. По итогу две туманки лучше, чем одна. Светит отлично. Стоят отлично, ничего лишнего. Никакого колхоза, мне кажется, нет. Я думаю, пока их оставлю, а потом посмотрим. Как снег спадет, будем устраивать покатушки. А так вот, в принципе, погода холодная, сырая. Пока работал, все ноги вон мокрые. Работаю в болотных сапогах. Сырость. Сейчас еще ветер такой поднялся. Ну что, на сегодня все. Ставь лайк или дизлайк. Подписка, отписка.